хочу поздравить Никитоса Шелюкова с выходом его программы «Территория спорта». Он молодец, все-таки прорвался в ведущие, не на Доме 2. Красава, дерзай. Так, держать следующие сторис, смотрите, переходите на его страничку, задавайте вопросы. Я думаю, он с радостью все ответит и скажет, как можно пробиться к Олимпу. Так, ребята, всем привет. Я тут узнал, что мой друг Витя Литвинов стал, так сказать, коммерсом, короче. Ну, я знаю, Витя пацан с головой, у него все получится. Вы там, если какая помощь нужна, к нему обращайтесь, он вам. Вообще жалею, что сейчас не 90-е. Так бы вообще с Витей, может, и не дружили бы, потому что у него нормально все попрет. Там бабки будут, придется дальше общаться. Блин, это записал, что ли? Ну, ладно. Витя, красавчик. Сань. Ну вот час прошел с прошлого видео. Ты рад, что мы едем? Хлопушку забыл, братан. Сейчас будет бахнуть. В 3 часа ночи давно со звукооператором встречались? Если вы, конечно, не команда КВН. КВН. Слава богу, что мы не команда КВН. Хотя непонятно, что... Хотя непонятно, кто сейчас... худшей ситуации, мы или КВНщики? Ну или те, у кого игра завтра. Завтра играл кто-то в приверке? Да. Это кошмар. Сань, давно звукозаписывающую компанию в зомби-ленде искал? Что это за зомби-ленд? Где мы идем? Где это? Не знаю, мне кажется, это пристанище тайландских проституток каких-то, я тебе говорю. Ну это жесть. Ребята, просто на улице холод, 3 часа ночи, мы ищем звукозаписывающую компанию. Сейчас, если у кого спроси на улице, мне кажется, нас сразу не примут. Не у кого спроси, да. Чё за жесть-то вообще, где мы идем? Ты доволен? Максим, что доехал? Или только звуковой? Угу. Че, по мне не видно, что ли? Так я из плена. Залезки, мафии, блядь. Привет. Вот мое рабочее место на ближайшие 4 часа. Сейчас, чувствую звук, мы будем записывать очень, очень долго. Почему? А потому что его очень-очень много. Ты что, с нами тоже не спишь, да? Устала? Тири-ти-тири-ти-тири-территория спорта. Собаки после тебя.